Что такое фотовойс? Фотовойс – это метод, с помощью которого фотосъемка или видео становится средством самовыражения, личного и интеллектуального роста. Фотовойс преследует три основные цели – помочь тем, кого часто не слышат, помочь обрести голос, позволяя им записывать и размышлять о своем опыте, как положительном, так и отрицательном, поощрять критическое сознание. Выбирая, обсуждая, размышляя над объектами своих фотографий, фотографы могут прийти к более четкому пониманию обстоятельств, экономических, социальных, психологических и политических сил, которые формируют нашу реальность. Ну и, конечно же, помогает добиться изменений, которые улучшат условия и улучшат жизнь людей. Эта концепция существует уже много лет, но большая часть теоретических основ текущих программ основана на работах Кэролайн Ван. В 1992 году Ван и Мэриан Беррис разработали фотовойс, основываясь на комбинации концепции критического сознания Пауло Фрейре. Ван и Беррис подарили камеры группе сельских женщин в провинции Китая, которые в течение года снимали свою жизнь и окружающую среду. В конце проекта группа организовала выставку своих фотографий, и они использовали ее для повышения осведомленности широкой общественности и политиков об их потребностях. Женщины приобрели голос, самоуважение и чувство большего контроля над своей жизнью. Фотовойс приносит пользу как участникам, так и обществу в целом. Цикл проекта «Фотовойс» состоит, как правило, из нескольких шагов. Это обучение участников, сбора данных, а затем анализа и распространения результатов. Обучение в работе с фотовойс также можно разделить на этапы. Это выбор и изображение предмета. Вполне вероятно, что люди, с которыми вы работаете, никогда раньше не делали фотографии, и этому важно научить базовой фотографии. Для начала участники должны быть обучены тому, как использовать свои камеры, чтобы они были знакомы со всеми настройками и доступными функциями. А дальше уже необходимо рассказать основы композиций, но только для того, чтобы раскрыть творческий потенциал участников проекта. По сути, никаких правил нет. Эта работа творческая. Она должна лучшим образом отображать идеи, которые хочется донести до общества. Важно помнить об этике и безопасности. Поскольку фотовойс имеет огромный потенциал воздействия, участники несут этическую ответственность перед людьми, которых они фотографируют. Ну и процесс отбора данных. Тут важно не просто сделать фотографию, важно углубляться в понимание проблем, которые хочется осветить. Поэтому, отбирая материал, учитывайте все факторы влияния.